Вот, Виктория Викторовна, а можно вот такой момент, вот я уточню. Да. Вот вашу реакцию, вот просто, ну вы же, наверное, вот в какой-то момент, в какой-то день увидели вот эти вот стримы, что происходит. Вот просто вот этот Да день. ужас. Не, вот первый раз, как вы это увидели, вот где это там, что это вы увидели, вот вам кто-то показал, вот как это произошло, вот Ну, что? нет, мне кто-то прислал, я не помню, какой-то парень прислал мне, где он вот в обоссанных штанах, вот там вот на студии валяется. Ну, то есть просто ужас какой-то. И потом он ночью пришел ко мне, Это без носок, в куртке, на голое тело, ключи, говорит, я потерял. Это было ночью. И меня вот так все трясло, это было год назад. Ужас. Ну, то есть я его отмыла, а потом у меня же вещей нету его. Я его отмыла, уложила спать и утром пошла на работу. Думала, он отлежится нормально, меня дождется. Нет, он прямо собрался. Я ему какую-то футболку дала, какие-то штаны дала ему. Ну, то есть... Вот это я когда увидела, и когда я его уже у Гордона увидела на передаче, они же крупным планом его снимали. Подождите, подождите, Виктория Викторовна, там момент такой, что, насколько я знаю, эта передача вообще не вышла по итогу, ее нет нигде. Не вышла, не вышла, и я думаю, что правильно не вышла. Зачем, чтобы молодежь смотрела, потом кто такой Симонов, лазили в Ютубе и искали его. Они, мне кажется, правильно сделали, что не вышла эта передача. Но и эта история не подходит вообще для темы этой передачи. Там все какие-то да, алкаши да. законченные, всю жизнь бухавшие, а он при чем вообще? Ну, ну не, ну, он уже при чем, ну, отчасти. И он сидит вот так, крупным планом его показывают, меня за кулисы ведут, чтобы я должна выйти. И вот так вот. А, вы были трясутся, там? Челюсть трясется, ну да, я была там, конечно, и Наталья там была. И говорят, вот, показывают, какой он был со мной, какой он с Натальей, и потом, типа, вот какой-то с детьми, а он идет в парке, а я вижу, что он под мухой в парке. Я-то его хорошо знаю, что, видимо, он уже там литруху пива выпил и с детишками играет. Он говорит, вот, посмотри, какой ты отец нормальный. Ну, Гордон его матом крыл. Там, какой ты художник, какой ты человек. Он говорит, ну я же артист, там и на камеру. Он говорит, слушай, артисты воду пьют и играют пьяного. А ты вот жрешь. Маленькие дети, Гордон говорит, и если бы они зайдут в YouTube и посмотрят, какие вот эти стримы ты устраиваешь там, и вот это все, да это же ужас какой-то. Он прям матом его прям. А меня обвинили в том, что я вызывала рехаб. И рехаб типа того влить там в эту квартиру, и юридически я не имела права, потому что я никто и ничто. Я говорю, можно я сама буду отвечать за свои поступки? А и вы... в адекватном состоянии, там же... я юристу говорю, я отвечу за свои поступки, почему я так сделала.